Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы вместе полистаем каталог, который называется Выгода Плюс. Он начинает свое действие со второй недели текущего каталога, и доступ к нему есть у всех, кто размещал заказы в предыдущем каталоге суммарно от 100 бонусных баллов. И конечно, в нем есть исключительно классные предложения, хорошие скидки, и я вам некоторые продукты сейчас покажу и дам свои рекомендации. Приятного просмотра. Итак, обращаю ваше внимание, что за каждые 10 баллов, заказанные из этого каталога, вам будет добавлен случайный бонус от Oriflame за 3 рубля. Это будет пробник какой-то или помады, аромата или крема. Так, первая страничка, у нас сразу сумка. Сумка будет стоить 1799 рублей. Для консультантов действует также скидка 20%, все от красной цены. Стильная, эффектная, классная сумка. Именно такой сумки нет у меня. Я вам покажу свою малышку из этой же коллекции. Она была у нас по акции. Я взяла себе именно эту, я ее хотела, и на большую у меня не хватило, по-моему, баллов. Обращаю ваше внимание, что сумка у меня уже больше года. Я ее ношу очень много, особенно летом и осенью, и я просто показываю вам, какое классное качество. Сделано под кожу, очень трудно отличить от кожаных изделий. Выполнена, конечно, она шикарно, все отстрочено, очень качественно, и сумка держит хорошо форму, то есть материал не хлюпкий, то есть если вы видите, он классно держит форму, поэтому сумка у вас будет служить долго, она вам понравится, потому что она здорово сделана, она такая стильная, эффектная. По размерам смотрите, 35 это длина по верху, 28 по низу, ширина по дну 12,5, то есть отличная, удобная сумка. Ее можно носить как за ручки, так и через плечо. Есть к ней ремешок, который пристегивается на карабинах, и есть маленький такой элемент, классный такой кармашек навесной, как будто бы это у нас юбка белая с поясом темно-синего цвета, и висит маленький кармашек для всяких мелочей. И самое эффектное в этой сумке — это ручки такого горчичного цвета. Слушайте, она очень крутая, я не знаю, кто любит такие сумки, берите обязательно. Просто у меня сейчас получается, что я работаю дома, в офис я не хожу, очень редко хожу куда-то, если иду, беру рюкзак, потому что мне так удобнее, мы или на самокатах, или на великах, поэтому я от таких сумок отошла, к сожалению, но мне они очень-очень-очень нравятся. Так, следующее. На следующей странице нас ждут помады серии Giordani Gold «Икона стиля». Эта помада отличается тем, что она шикарно увлажняет губы. У меня есть один оттенок. Куда у нас перевернулось все, давайте так подложу. У меня есть один оттенок, я вам его сейчас продемонстрирую, такой медный красивый цвет. Кстати, она наносится с первого раза по губам, просто мы ведем, она сразу, но я хочу вам погуще показать оттенок, поэтому делаю много движений. Смотрите, как это круто и красиво. Итак, мой оттенок золотистый медный 304-58, вот такая помада, и она у меня уже достаточно давно, пользуюсь ей не очень часто, но она, смотрите, как классно выглядит, у нее нет царапин на упаковке, она очень хорошо себя ведет, и при этом легкий-легкий приятный аромат, поэтому помаду рекомендую. Здесь много оттенков, можно выбрать на любой вкус, как нюдовые, средние, так и очень яркие, насыщенные. Следующий продукт, который я однозначно рекомендую всем, у меня даже он постоянно в деле, особенно летом, осенью, реже зимой, потому что у меня кожа очень бледная, и это пудра, бронзер Giordani Gold. У нас будет два оттенка на выбор, я вам сейчас показываю песочный, будет еще бронзовый. Смотрите, как классно, всего 449 рублей. У меня эта пудра уже два года, два лета, и всего вот она у меня использовалась, даже ну наполовину, можно сказать. Видите, как это красиво на лице, я и делаю контуринг или просто на всю кожу, у меня выглядит кожа, как будто у меня легкий свежий загар, она такая у меня сразу становится классная. Единственное неудобство, здесь нет зеркала, но так как я крашусь дома, для меня это небольшой минус, нет дополнительных кистей, просто у вас будет
пудра с крышечкой в пластиковой упаковке. Вот, ну, в принципе, за такое качество я готова простить абсолютно все, отсутствие всех этих вот дополнительных элементов. Кстати, кистями и спонжами я бы все равно не пользовалась, а вот зеркальце, конечно, удобнее, когда есть в продукте. Итак, следующий продукт — карандаш, подводка для глаз, каллиграфия. Знаете, почему так называется? Необычный угол острия, то есть получается, как будто бы срезано. И как вам объяснить, вот не острый угол, если взять карандаш, а он будет у вас вот так вот отрублен, вот так вот, и вы будете видеть, сейчас я вытру руку, и вы будете видеть плоский наконечник со скошенным углом. Я брала себе такой продукт, такую подводку, мне не понравилось. Честно, я не смогла к ней приспособиться, еле-еле использовала, потому что вот этот угол, он то ведет стрелку как-то остро, то широко. Просто к ней надо реально приспособиться. Если у вас все нормально, как бы с этим, вы не будете испытывать затруднений, то однозначно берите, потому что Giordani всегда хорошая продукция. А карандаш я как раз вам сейчас показывала, я его, правда, уже затупила для того, чтобы показать, какой он в деле. Серия The One, два оттенка, черный и серый. У меня есть только черный, и я вам скажу, что я им довольна очень-очень. Почему? Он стойкий, то есть вы его наносите, можете быть спокойно, он не размажется, он не растечется. Если вы будете хохотать до слез, он не поплывет. То есть это отличный, классный карандаш. Если вы видите, он очень мягко ложится, и на коже век тоже так же скользит хорошо. И самое еще приятное, то что он сразу дает темный насыщенный пигмент. То есть не надо 10 раз красить, вот так проводите один раз, и у вас хорошая черная стрелочка. Все, отличный продукт и отличная скидка, можно брать. У меня даже 4 штуки заказала одна девушка. Итак, следующее мы с вами посмотрим помаду. Вот так она будет выглядеть. Серия The One, стойкая супер матовая помада. У меня глубокий сливовый оттенок, очень темный. Она у меня старая, поэтому она уже не так хорошо красит, как должна бы, но я вам просто хочу показать цвет. Я эту помаду покупала дочке, было одно время очень модно, и она все время красила губы такой темной помадой, а потом вообще перестала губы красить. Но я помаду не стала выкидывать, потому что и она в деле, да, она есть у нас в каталоге, и ее можно хотя бы показать, чтобы вы увидели, какой оттенок. Но сейчас она уже у меня из-за старости немножечко полосит. Конечно, она новая, у вас будет легко скользить, и она действительно матовая, она стойкая и не сушит губы. Комфортная, классная помада. Оттенков, конечно, тоже много, поэтому вы можете взять любую. У меня, кстати, есть клиентка, которая обожает именно эту коллекцию, все время заказывает верхний цвет, бежевый нюд. Нужно ей показать эту страничку. Следующий продукт мы с вами посмотрим, это палитра маскирующих средств, и она у нас как раз сейчас служит вместо подставки, мы ее заменим на пудру. И о чем я хочу рассказать. Эта палитра небольшая, с зеркалом, без дополнительных кистей. В ней есть три отделения. Первое — это оттенок тот, который перекрывает синету, то есть если есть венки на лице, какая-то краснота, то мы используем этот оттенок. Если у вас пигментные пятна или веснушки, мы используем бежевый оттенок. Вот так, он все здорово перекрывает. Плотные цвета, и это пудра. Я пудрой практически не пользуюсь, не очень удобно, и все время говорю, лучше бы сделали два цвета просто полноценных, потому что пудра, в принципе, как бы есть в пудре. Крутой продукт, раньше я только им и пользовалась. Пока у нас не появились вот эти кругляшки новые, я перешла на кругляшки. Но этот продукт один из моих тоже любимчиков. Видите, как он классно перекрыл вот этот вот вену и веснушку. Ее просто нет. Да, иногда все равно пользуюсь, просто нравится продукт. Так, следующее — мультифункциональный бальзам из старой коллекции. Было два цвета: мягкий персиковый и нежный розовый. Я ее храню, не выкидываю, только для того, чтобы вам показать, что у меня с ним не задружилась. Дело в том, что когда я крашу губы этим чудесным цветом, то есть вот прекрасный персиковый, хорошо увлажняет, но у меня сразу во рту стоит горечь, и
сам запах навязчивый, очень сильный и неприятный, долго не выветривается. Но самое ужасное — это то, что горечь во рту, и многие писали отзывы, что у них такая же ситуация. Поэтому я не рекомендую, да, на ваше усмотрение, хотите — заказывайте, хотите — нет. Но в Oriflame вышли новые продукты из этого же раздела, тоже мультифункциональный AZ бальзам, он классный, поэтому я считаю, что лучше взять его, потому что он действительно хороший, он не дает никакой горечи, он не дает резкого такого насыщенного запаха, аромата, поэтому я бы этот не рекомендовала продукт 100%. Так, следующее у нас косметички, сумочки, косметички, вернее просто набор косметичек, он без ручек, но если честно, я бы вам сказала так, если бы приделать колечки к этим косметичкам и иметь вот такую, допустим, какую-то цепочку с карабинами как в виде ручки, то однозначно я бы носила их как сумочки. У меня лежат они новенькие, но не достала, они у меня так далеко запрятаны. У них вот такой же материал под кожу, качественные, классные, они большие, вы можете посмотреть их размеры и с линеечкой померить, вы поймете, что это полноценные классные, ну по крайней мере две, черная и вот эта горчичная, классные сумочки были бы, даже маленькая беленькая, шикарные клатчи. И я думаю, что я когда-нибудь, у меня руки до них дойдут, я приделаю к ним колечки, зайду к сапожнику, чтобы он мне вставил колечки, ну порекомендовал, как это сделать. И у меня есть вот такая цепочка с карабином, я буду просто носить их как клатч, потому что это что-то невероятное. А вот крем для рук Искры Любви — это классное предложение, всего за 69 рублей, отнимите еще 20%, получится вообще приятная цена. Брать на подарки, вкладывать в заказ клиентам — это практически как кусочек мыла по цене, но это круче, чем мыло, согласитесь. Крем будет долго служить, у него красивый дизайн, он вкусно пахнет, такой нежный аромат, поэтому ну супер, просто подарить любовь своим клиентам или просто сделать кому-то комплимент. Так, все, что есть на этой страничке, я вам не покажу. Я видела, кстати, маникюрный набор мне заказывали, я правда не знаю, понравился или нет, но как бы не сказали, что не понравился. Что в нем хорошо? Есть все необходимое, чтобы, например, быстро на ходу сделать легкий маникюрчик, да, или что-то подправить. Здесь есть специальная лопаточка, чтобы отодвинуть, почистить, пилочка, есть щипчики, есть ножнички. Единственное, чего здесь не хватает, это такой специальный вот как срезатель боковых, вот когда нарастает кутикула, да, кожа жесткая, то мне кажется, в этом наборе вот единственного продукта, которого не хватает, одного просто. Так, далее мочалка за 119 рублей в форме цветка, я тоже не брала и не знаю про нее, но это губка, которой можно купаться, в форме розы, прикольно. Так, скраб для тела с арбузом, вот это то, что я в прошлый год я набирала их огромное количество и вкладывала в заказы клиентам, они у меня были просто в восторге, когда они достают такой пакетик яркий, на нем вот эти арбузы сочные и лимончики, все такие: «Вау, что это?» Я говорю: «Это скраб для тела, искупайтесь, сделайте себе спа-процедуру, просто наслаждение». Ну конечно, это вызывало море радости, позитива, бывало, что я кому-то два раза подряд дарила, люди все равно в восторге, говорили: «Вау, мне так понравилось», кто-то говорил: «У меня дочка отняла». Ну хорошо, главное, что люди довольны и получают от нас подарки, а не скидки, потому что подарок всегда больше запоминается, чем скидка. Следующий продукт — это шампунь, любой шампунь за 279 рублей. Обращаю внимание на объем, 500 миллилитров, поэтому я считаю, что цена классная. Разделите напополам, получится 139 рублей за флакон 250 миллилитров. Это же классная цена, согласитесь, лучше, чем обычно в каталоге. Они сейчас, серия Love Nature, уже стоит под 200 рублей, по-моему, по 189 рублей флакон 250 миллилитров, поэтому конечно цена очень адекватная. Шампуни классные, они густые, они классно пенятся, они отлично промывают. Выбирайте вот какие вам нужны по функционалу, например, сухие волосы берем кокос, пшеница, жирные — перхоть есть с чайным деревом и с репейником,
Если волосы, опять же, сухие, нормальные, как пишут, для всех типов волос, но все равно он хорошо питает, увлажняет, тем более с бальзамом, тогда вы берете с авокадой и ромашкой. А у кого жирные волосы, крапива и лимон. Кстати, классный шампунь, у меня одна подруга все время его брала. Аромат для мужчин Эскендан, правильно читаю? Эсцендент, в черном флаконе, а я вам покажу в красном. Это новинка. Эсцендант, кстати, очень классно пахнет. Эсцендент, надо запомнить. Здесь у нас аромат фужерный, восточный, он такой прям ух, насыщенный. Тут и ваниль, и бергамот, и кардамон. Сами понимаете, что аромат будет бомба, просто бомба. У нас был клиент, который все время заказывал этот аромат, несколько лет, каждый месяц ему нужен был один флакон, поэтому я все время затаривала этот аромат очень много. А вот следующий более легкий, такой тонизирующий, более легкий, бобы тонко, шведский плющ, мускатный шалфей, то есть он будет уже полегче, если сравнивать с предыдущим ароматом. И ценовая категория у него полегче, 599 рублей, то есть такой прям классный, энергичный, дружественный аромат, тоже можно смело заказывать. А это прям наша любовь у нас в доме, аромат On The Edge. У него средняя концентрация, пахнет он очень круто, восточный, древесный, амбровый. Я бы сказала, что это очень дерзкий аромат, он звонкий, сладкий и не приторный и не тяжелый, вот прям вот реально возбуждающий аромат, такой заводной, хочется просто за такой девушкой бежать и кричать ей комплименты, какая она прелесть, да, вот мне кажется, это именно тот аромат. У него огромная скидка, 599 рублей. Мы дочке часто заказываем этот аромат, он ей очень нравится. И если говорить, на что он похож, вот если, да, вот есть у нас какие-то ароматы, этот больше Love Potion Secrets, вот если вы его любите, то он близок к нему по ощущениям. Так, очки не видела, не мерила, ничего не могу сказать. Шарф с разноцветным абстрактно-цветочным принтом, ну конечно, кто любит шарфы, обязательно обратите внимание, потому что это хорошее качество, будет вам долго служить. И мне нравится вот это вот сочетание цветов, то есть его можно наносить с разными вариантами гардероба, с разной цветовой палитрой. Бижутерия радует нас, что хотя бы в этих каталогах есть бижутерия, шикарное колье с разноцветными вставками, с такими кристаллами и жемчужными, прям реально шикарно, обратите на него внимание, потому что оно смотрится в деле здорово. Далее со снежинками ожерелье, цены какие классные, и длинное такое ожерелье, там регулируется цепочка, тут написано, какая длина, сейчас посмотрим, 89 сантиметров, плюс еще добор 6,5, и подвеска розовая, и как монетка такая золотистого цвета, очень красиво тоже смотрится, элегантно, можно и на блузу, на водолазку, на платье, да куда угодно, потому что ну очень, как сказать, ненавязчивое и в то же время интересненькое ожерелье. У него большой розовый вот этот квадратик, надо посмотреть, 5,4 сантиметра, то есть ну это прям не маленький, красивый, эффектный подвес. Следующие серьги, как я люблю серьги в Oriflame, жемчужиной капелькой, вот такие вот серьги люстра мы их называем, потому что здесь тут реально столько всего висит, смотрите, они вот так все играют, болтыхаются, двигаются постоянно. Я говорю, это танцующий человечек, да, кто-то говорит, ой, люстры, но мне нравятся, они такие забавные, и можно носить, смотрите, как снять, например, оп, и носить просто гвоздик такой золотистый, красивый тоже, можно обратно повесить, носить уже. Я обычно ношу вот во всю красу, мне так нравится, как они вот танцуют, при этом легкие-легкие, они просто невесомые, ну очень забавные, мне кажется, такой человечек веселенький, он танцует постоянно. Есть серьги с активным таким крупным кристаллом изумрудного цвета и с огромным количеством цепочек, которые тоже длинные, будут ласкать шею, будут так вот привлекать внимание, но здесь уже цвет обязывает, либо на вас должно быть что-то одного тона, черный, может быть серый, либо с элементами, да, чтобы вот
что-то было в одежде тоже зеленого такого оттенка, изумрудного. Следующее кольцо с натуральным камнем. Какой у нас здесь камень? Аметистовая мини-друза. Вот это да. У меня даже где-то такой камень, по-моему, лежит, но я его ни разу еще не носила, потому что он крупный, очень красивый. Или что-то подобное. Честно, не помню, но видела в деле. Мне нравятся такие неровные грани, да, вот прямо из природы взяли как будто кусочек и оп, его в паучка-то, паучку в лапки отдали, и он держит эту драгоценность. Ну скажите, классно. Вот я не люблю, когда все так вылизано, все так вот как здесь, да, красивенько, а здесь вот что-то такое, прям природа, натуральность. Тоже интересная коллекция с леопардом. То есть голова леопарда у нас здесь активная. Я не думала никогда, что мне понравится, но когда я увидела в жизни, вживую, то я захотела. Я захотела, потому что это правда красиво. Это сделано очень необычно. Видите, малышка прям, голова небольшая. Если сравнивать, да, с ноготочком, то она прям небольшая. И даже сразу не разглядишь, что там. Просто камешки какие-то играют. Мне понравилось, что здесь есть подвесное кольцо. Его можно снять, можно оставить. Тоже здорово, что сделали такое вот дополнение, что мы можем выбирать, как нам делать. Открытый ротик даже здесь с зубками, все как положено. У меня есть колечко, я не брала себе ожерелье, потому что мне кажется, это уже перебор, когда везде эти леопарды. То есть я предпочитаю, либо пусть будет серьги и ожерелье, либо кольцо и серьги. Вот мне нравится так, потому что, ну вот, мне кажется, это здорово. А на шею можно просто какую-нибудь золотую цепочку повесить, и будет вот так вот это все красиво смотреться. Правда здорово? Тут хвостик так обнимает. Колечко у нас, сейчас скажу, регулируется или нет. Нет, не регулируется. Или регулируется? А, регулируется, вот же у него. Мы можем выдвигать, можем задвигать. Я еще думаю, как же так получилось, что оно мне подошло. Ну, правда, это здорово, смотрится очень оригинально. И, конечно, ожерелье прикольное, то, что две головы держат то же колечко. Мне кажется, это необычно, неизбитая такая тема. И цены, ну цены, ну вот просто космос, насколько они приятные. Набор, мне кажется, тоже нужен каждой девушке, чтобы были под рукой такие мини, да, пусеточки, такие вот сережки, гвоздики небольшие и на любой вкус, и с жемчугом, с кристаллами, или просто кусочек золота, да, такой слиток завитый как в кренделечек. Мне кажется, это здорово. И следующая коллекция для наших любимых ног. По-моему, это последняя страничка. Да, все верно. Что здесь у нас есть? Ну, во-первых, цены классные. Здесь скраб, охлаждающий крем для ног и охлаждающий спрей, дезодорант для ног. И все это с ароматом арбуза. И это будет очень, ну, арбуз и огурец. Это будет очень освежающе и очень прикольно. Вот у меня есть скраб. У меня была вся коллекция, но у меня ее несколько раз я покупала, у меня ее забирали, поэтому я осталась без коллекции. Но сейчас уже на лето брать охлаждающее, то есть лето кончилось, охлаждающее я уже не буду. Дезодорант у меня тоже есть. Вот он, скраб, он прекрасно прям, слышите, как он шуршит? Он прекрасно уберет все, что не нужно нам с наших пяточек и пальчиков на ногах, да, со ступней. И видите, он превращает, такой беленький становится, увлажняет, хорошо отшелушивает. Я вот там один раз только еще делала, потому что у меня были до этого тоже скрабы, еще не успели закончиться. Аромат бесподобный, вот прям, ой, не знаю, может, дезодорант все-таки закажу, потому что так вкусно пахнет. Вау, супер! Вот и все, наш обзор подошел к концу. Я вам желаю приятных покупок. Если видео полезное, ставьте лайк, как обычно, и пишите свои тоже отзывы, свои комментарии, что вам понравилось, что бы вы хотели для себя приобрести, или какие-то пожелания. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.